Я приветствую вас, вы на канале Tarot Angel Planet, и мы продолжаем наш цикл изучения колоды Таро Девиантной Луны. Мы переходим к младшим арканам. Мы будем рассматривать сейчас их с позиции разделения на королевство. Королевство жезлов, королевство кубков, королевство пентаклей и королевство мечей. Каждая страна тут характеризуется своими традициями, своими особенностями и своими стратегиями поведения, как девиантными, так и обычными, стандартными. Итак, у нас, пока я рассказываю, не забудьте поставить лайк, подписаться и поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео по бесплатному обучению. Итак, у нас есть страна жезлов. Это у нас такие люди, которые такие они древесные, да, мы видим их, они такие деревянные, огненные. Ну, огонь в хорошем смысле этого слова, что они, ну, огонь жизни дает жизнь, они такие сангвиники, спокойные, уверенные в себе. Как бы вот страна лунного королевства, она разделяется на четыре таких зоны, на четыре района, назовем это так. И страна жезлов у нас располагается на западе. Здесь тепло, стабильно, уютно в своем каком-то лесу. Здесь есть соединенность с природой. Здесь такой широкий взгляд на мир у этих людей. Страна кубков. Страна находится на юге. Страна тепла. Юг, море, отдых, эмоции. Все предопределено эмоциями и южным направлением. И если идет запрос какой-то по сторонам света, то данные направления могут вам давать подсказки в раскладах. Если у нас жезлы находятся на западе, и кубки находятся на юге. На востоке у нас находятся пентакли, столица королевства. Здесь находятся мануфактуры, фабрики, монетный и печатный двор. Практичные, прагматичные люди, которые живут за счет коммерции. И на севере у нас расположились мечи, королевство мечей. Они всегда думают о том, как им выжить, они все такие холодные, там холодно, всегда думают о том, как защититься, защитить королевство и как выживать. Очень могут быть строгими и жесткими. Жезлы у нас характеризуются такой особенностью, не только там деревья, друиды есть, плющи и янтарь. Плющ как символ выживаемости, что он цепляется за стены и высоко растет на голых скалах или на отвесных скалах, или прямо-таки на домах. Это насколько надо много силы, воли иметь, чтобы вот так выживать. Особенность также еще на картах проявляется через янтарь. Здесь янтарь – это такой оберег от негативных воздействий, от злых сил, который не позволит прорваться в вибрационное поле человека. Одеяния из листвы дают природную жизненную силу и вообще показывают на то, что здесь люди находятся в соединенности с природой, в гармонии с окружением. Такие особенности, которые в раскладах могут вам пригодиться. Они будут характеризовать человека. Мы переходим к королю жезлов. Что мы видим на этой карте? Мы видим, что тут король, он, возможно, обходит свои владения. Владения могут быть владения семьи, владения вообще королевства, государства, все его подданные, его дети, он о них заботится, он любит всех своих детей. Мы видим, как дети окружают его. Карта в раскладах может указывать на то, что у мужчины есть дети, может быть, от прошлых браков, если это вторичные отношения. А если первичные, что будет человек любить своих детей, что он заботливый, что он такой сангвиник, я бы так назвала. Мы видим с белыми лицами детей и видим с черным лицом. То есть этот король, который принимает других людей, да, другие взгляды, может их вплетать в канву своего королевства. Он весь такой вроде как прогрессивный. Конкретно этим королевство не занимается, но мы не против таких людей. Он может всех принимать. О принятии он идет жезлом, освещает, да, все вокруг, всем дарит свет, тепло, уют. С таким человеком будет надежно, что в отношениях, что в любви. В работе хорошая карта для работы, будет давать просвещение, образовательные какие-то стабильные цели. Человек и учится, и работает, учится, вот, может быть, даже отдельно не учится, но учится на
с этой фирмой, с людьми взаимодействовать, может показывать на человека руководителя, на управленца, может быть, не очень высокого звена, потому что все-таки королевства, они вассалы императора, императрицы этого лунного королевства. В общем и в целом, и вот они управляют этим районом. Может быть, это невысокий уровень руководства, может показывать, ну, выше среднего, да, более-менее стабильного. Заработок по этой карте хороший, забота о подчиненных хорошая. Если кверент на самом деле не руководитель среднего звена, то для него эта карта будет говорить о том, что руководитель о нем позаботится. Для женщины также эта карта говорит о том, что будет забота со стороны мужчины о ней, потому что он всех принимает, и женщину с ребенком тоже может принять. В качестве девиации, да, какие могут быть негативные значения, если рядом негативные карты, или вдруг действительно вы будете смотреть перевернутые значения. Девиация может показывать то, что человек не принимает другие взгляды, он закостенелый и слишком консервативный. Может ругаться и вспыхивать, пылить. Иногда просто в обычном положении карта может указывать на характеристику человека, что он вроде как спокойный, но нет-нет, да вспылил, нет-нет, до соседней улицы его слышно. То есть редко бывает, но да, что-то такое бывает, если рядом негативные карты. Это вот не полностью, да, такая характеристика, что он всегда весь такой плохой. Нет, но одна из граней его личности может вот на это указывать в этом раскладе. Мы переходим к следующему аркану. Королева жезлов. Что мы видим на этом аркане? Видим женщину. Мы видим ее с копьем. Это такая амазонка. Она готова на все. Вообще женщина очень лобильная и творческая. Она может сдвигаться, да. Надо так сделать, сделаем так. Надо сделать по-другому, сделаем вот так. В любом случае все схемы у нее простроены. Она может заниматься одновременно всем. Вот мы, как видим, рук не хватает. Она поэтому отрастила себе руки. И готова скармливать детей и сражаться. Такая, да, и охотница. Такой женщине ничего не страшно в жизни. Она, если что, и без мужчины обойдется. Ей пришлось вот удалить одну грудь, чтобы справляться с луком, управлять луком. Но так три груди у нее осталось. Она детей готова вскармливать и на охоту идти. И вообще она всегда в добром расположении духа, что все будет хорошо, так как это у нас сангвиники, оптимисты такие, есть жизненная энергия. Да, ну и не страшно, да. Мы не будем из-за этого переживать. Охи, ахи, вздохи, нет. Такие женщины обычно, ага, мы выживем. Там есть огород, есть бабушки, дедушки, если что, там детей вскормим, да, все сделаем, денег заработаем и должности какой-то добьемся. То есть вот женщина такая, королева, которая может все, может с мужчиной, может без мужчины. Отношения по этой карте, ввиду того, что женщина такая, да, самовольная, иногда могут показывать на то, что она как бы вот самовольничает, мужчина не слушает, и могут быть какие-то проблемки небольшие. Если все-таки отношения показывают и есть брак, то надо смотреть, как король и королева, смотрят ли они друг на друга в партнерстве, или они находятся, или они отвернуты, потому что иногда бывает, что все-таки люди по судьбе, но уже дальше идут своим путем. Вот тут в данном браке может быть, конечно, из-за женщины. Или женщина будет рядом идти, но своих целей добиваться, да, детей там родила, все готово вскармливать и добиваться, но бежать надо, добиваться, работать. Но так в целом и в основном карта хорошая для любви, для секса, для отношений. Яркая такая, страстная, сексуальная, готовая к экспериментам. Женщина лобильна, да, она принимает, что можно так, можно по-разному. И в отношениях можно, ну и так можно построить отношения, да, я ничего против не имею, я за. Для работы может говорить о том, что тоже, да, будет или женщина-руководительница среднего звена такого, да, или чуть-чуть выше среднего. Или для мужчины, если расклад, женщину могут показывать руководительницей, как она, да, управляет. Работу дает, энергию дает. Дает энергию, чтобы справиться с задачами на работе, потому что она такая творческий поток энергии и сил. Она постоянно делает, может быть, что-то строит, прям выстраивание позиций. Так как у нас жезлы, тут много строительных материалов, тут у нас деревья растут, тут можно, да, брать откуда-то вот из природы какие-то дары и из них создавать. Если рядом хорошая карта показывает, надо какой-то творческий креатив с природными материалами. Следующий аркан, следующая карта, это у нас рыцарь жезлов. Мы видим здесь симбиоз.
наверху самка богомола, внизу блоха. Они срослись, симбиоз – это тоже такой взаимообмен энергии, один существует за счет другого. Но тут, так как самка богомола блоху оседлала, блоха вынуждена там, как лошадь скакать, вести богомолиху на какой-то процесс, какому-то проекту двигаться. Везет, да, на охоту на какую-то свою самка богомола выдвигается благодаря блохе, они слились воедино. Но с другой стороны, тут и блоха научилась скакать, и самка богомола добивает своих результатов. И блоха добивает своих результатов. А с одной стороны, карта хорошая, говорит о том, что есть взаимообмен энергии, есть симбиотические отношения, но кто-то в этом симбиозе стоит выше, скажем так, по силе энергии. Может быть, не по рангу, не по званию, люди на одном уровне могут находиться, но вот кто-то стоит выше. В отношениях хорошие отношения, хорошая любвеобильность, яркая страсть, но опять кто-то занимает такую лидирующую позицию. Может указывать на людей, у которых 25 часов в сутки, а не 24, они везде всем успевают и другими погоняют, понукают. А также может указывать на то, что, например, вас оседлали как коня, и с вас не слезут пока, чего-то не добьются, что в работе, что в отношениях. То есть это может быть, если смотрим на женщину, женщина оседлала, как себя рядом чувствует мужчина, смотрим, задаем дополнительный вопрос, кладем рядом карту. Или наоборот, это может быть и наоборот. Мужчина требует, готовь мне первый, второй, третий компот. Надо смотреть, кто в каких ролях участвует в данном случае. Так-то карта благоприятная. Конечно, благодаря этому симбиозу существует семья, например, да? С одной стороны, один с другого не слезает, но благодаря этому семья живет, там дети накормлены. А благодаря этому и фирма развивается. Иногда такие люди могут раздражать, особенно есть люди апатичные, которые ничего не хотят, и когда приходят вот такие симбиоты, говорят, давай вот это, они такие зажигают, поехали туда, поехали сюда, они вот как бы мечутся, может быть, даже много разговаривают, и люди такие апатичные, не хотят ничего, у них фейспалм на душе постоянно, они думают, боже, как нас заколебали эти вот люди, которым всегда куда-то надо, зачем, да, они нас к этому сподвигают. Такие, да, ну, могут быть несовместимости, но, в принципе, симбиоты с таким не дружат. Симбиоты всегда дают симбиоз. Если рядом есть такие люди, которые не подвержены, они ну, ничего и не добьются. В симбиоз вступают те люди, кто готов к этому, кто готов сдвигаться и кто готов куда-то скакать, да. Благодаря кому-то, пусть даже если он кого-то везет, он получает опыт. Или, например, он рано или поздно находит выход, чтобы с него слезли, когда получает этот опыт. Или он становится таким же симбиотом и пользуется этой стратегией просто потому, что научился тоже за счет чего-то выезжать. Например, может проигрываться в работе за счет правильной организации, когда один человек просто вот разделяет и властвует. Вроде как он всем управляет, но он, раздав все поручения, просто их контролирует, созванивается, стыкует, соединяет, он со всеми в симбиозе. И таким образом и вопросы решаются. И как бы он их решил, но на самом деле он их решил из-за грамотного управления, из-за грамотного взаимообмена энергии. То есть такой человек тоже может быть руководителем. Если карта все-таки указывает на то, что вы как лошадь, с вас не слезут, стоит на это обратить внимание, какое рядом самочувствие. Если есть кубки, какое-то уныние в кубках, то тут уже советы другие будут. Лошадь сдохла, слезь, да, все из этого симбиота, из этого симбиотического состояния надо выходить, отцепляться, сепарироваться. На детско-родительские отношения показывает, что нет сепарации, что ребенок, может быть, пользуется финансами родителей в данном случае, да, и говорит, мне надо туда, мам, дай денег на то, дай денег на все. Обычно такая карта советует, что так, ребенок взрослый, пора тут сепарироваться, какие-то советы она в этом плане дает. А так, в принципе, хорошая карта для любви, для отношений. Да, может быть, кто-то сверху, кто-то сильнее, кто-то властнее, не намного, но все-таки взаимообмен энергии есть. И для работы карта хорошая, карта движения. Может быть, тоже показывает, да, на какое движение, на карту небольших разъездов, на карту командировок, может указывать, ну так, косвенно, опосредованно, если рядом нету, например, рыцаря пентаклей или колесницы. В целом, карта благоприятная для развития всего, для отношений, она, конечно, говорит да на многие запросы. В плане девиации редко может карта указывать на какого-то психопата, на какого-то истерика, просто потому что, если будет рядом карта дьявола и какой-то созависимости, то там психопатичное влечение будет. То там какие-то непонятные психопатичные маниакальные поведения запросто могут присутствовать в отношениях или в работе. Мы переходим к следующему аркану. Это у нас паж жезлов.
Что мы видим? Мы видим здесь человека, который идет по тонкому льду на ходулях. Вместо того, чтобы по льду перебираться на каких-то снегоступах, чтобы увеличить площадь и уменьшить давление, он делает вплоть до наоборот. Ему так хочется поскорее пруд этот пересечь, что он ходули берет, он пускается в какую-то авантюру. Ему интересно, да, а что если? Он начинает экспериментировать, а что если идти вот так, а что если идти задом наперед, а что если ползти на голове? Ну, что-то такое постоянно человек может придумать, такой он, с одной стороны, инициативный, но с другой стороны, опыта нет, он не знает, как по озеру надо перебираться. Вот придумал, да, левая пятка правой ноги придумала и решила, и он, ну, давай попробуем, рискнем. И вот он начинает таким образом продвигаться. Вроде он выбрал правильное время для перехода реки. Тут показывается ночь, и он весь такой юный, скоро будет весна, тут озеро подтаяло, и он весь такой, и зелень его костюма, она нам подсказывает о том, что он юный, неопытный, ну, человек такой молодой, или только свет вышел, что называется. Для отношений карта, ну, может показывать на какие-то молодые отношения, когда люди друг друга не знают, когда они такие, да, в авантюры пускаются. Какую-то незрелость в отношениях могут показывать. В работе карта показывает такого юнца или начало каких-то работ, да, что только начали, ничего не узнали. Человек будет там, где радостно и весело работать, а потом уже только вливаться. Он такой, ну, авантюрист, что-то придумывает. Обычно такие люди на работу приходят и говорят, а давайте это сделаем, а давайте это. А там уже такая заезженная бюрократическая долгая машина, где так не принято. И они ему пока ничего не говорят. А он бегает, пока сам не сдуется. И с этой авантюрой что-то придумывает. Что называется, если он готов всегда рисковать, он не оценивает свои силы как-то всерьез. Его амбиции выше его знаний и опыта. Он как бы побыстрее через это озеро попытается пробежать на своих ходулях, побыстрее чего-то добиться. Хотя это просто из-за высоких амбиций, а опыта не хватает. Амбиции опережают пройденные там жизни. И такие люди побегают, набегаются, поймут, как все работает, но на это надо время. Поэтому они такие неопытные, хуже, чем человек с инициативой идет с инициативой. В девиации эта карта может так проигрываться, если рядом негативные арканы, да, то может показывать на то, что есть все-таки идиотизм в этой инициативе. Могут создавать имитацию бурной деятельности. Они везде все делают, везде все успевают, и там, и сям, и жнец, и на дуде, и грец, да, такой, но очень легкий, да, тут не обязательно, и тут побывал, и тут побывал, и плоды результатов может к себе прописать. Но на самом деле коэффициент полезного действия и выхлоп от того, что он там набегался, может быть 1% или 0%, а кажется, что он весь такой специалист. Но как минимум молодым людям надо инициативу проявлять, чтобы их заметили, да, чтобы они опыта набирались. Они так себя ведут, это естественная стратегия в работе, когда человек там на работу попадает, когда он начинает себя проявлять, когда он начинает что-то изучать, узнавать, особенно молодой человек. В принципе, в целом эта карта хороша для отношений, за исключением того, что есть неопытность, и человек свои силы в отношениях тоже переоценивает. Он такой, да я все смогу, а на самом деле амбиции просто опережают опыт. Тоже может подсказывать советы этот аркан по отношениям, да и по работе в целом. Девиация единственная, это вот необмозгованные, рискованные случаи, когда человек не оценивает реально свой потенциал. Итак, переходим к следующему аркану, туз жезлов. Мы здесь видим мать природу, мать земли, мать вселенной, кого угодно, как угодно можно характеризовать. У нее три руки, двумя руками держит ребенка, третьей рукой освещает все вокруг, да, факел жизни держит, зарождение жизни. Она готова в кокон погрузиться, чтобы эту жизнь зарождать уже, да, такая готовая. Карта хорошая для тех, кто запрашивает про беременность, потому что здесь идет ребенок в любом случае в ментальных полях, который вот-вот готов зародиться. Рядом его душа есть или вот прям беременность в ближайшем смысле этого слова. Показывает также на мать. Если, например, вы спрашиваете, или не вы спрашиваете, а у вас клиент спрашивает про женщину, это вот женщина-мать, женщина с ребенком. Если спрашивает женщина про мужчину, и там третий лишний, то могут показывать, что он, например, должен элементы женщине с ребенком. Вот так она проигрывается, эта карта. Или спрашивают про отношения, например, и отношения могут показывать, что женщине сейчас не до отношений, она сейчас с ребенком, да, вот с ребенком возится, ему всю свою силу, всю свою энергию отдает. Также может показывать
ну, благоприятные отношения, если все-таки люди уже в отношениях, но может показывать, что женщина с мужчиной возится как с ребенком. Или, например, на работе есть какой-то проект, он прям как дитя, его надо взращивать, оберегать, опекать. Тоже есть такое состояние, что тут прям, ну, ребенок, детская энергия какая-то зарождающаяся, что она зависит от нас, что она зависит вот от матери Вселенной, от природы. Нянчение какое-то, вынянчивание вот этого всего процесса. Для работы карта хорошая, потому что это начало работы. Может, также карта указывать на начало отношений. Может, да, иногда вот в начале, в начальном пути. Или давать советы, что не стоит нянькаться, бегать с ребенком, обратите на себя внимание, потому что в девиации карта иногда может показывать на ущербность, что вот женщине не до себя, не до своей красоты, она постоянно нянькается с ребенком, и то какая там одежда на ней, она не замечает, не обращает на это внимания. Ущерб в себе может быть в девиации не только если женщина ребенку уделяет внимание, но и работе. Если, например, у женщины нет детей, она возится с работы или с каким-то животным, да, и, естественно, если от нее там кошками будет пахнуть, вряд ли она кого-то себе найдет, или она так работой поглощена, да, вот этим вот всем, может давать совет, особенно если спрашивает женщина, да, вот кого-нибудь я встречу, ну, кого-нибудь вы встретите, но обратите внимание вот на то, в чем вы, в каких вы энергиях, то есть совет переключиться с энергии, понянчить, на энергию партнерства. В отношениях тоже совет переключиться, не нянчить партнера, не нянчить партнершу, не детско-родительские отношения, в конце концов, а люди должны быть на одном уровне, да, должны быть взрослые. То есть кто-то играет роль родителя в этих отношениях, может, по крайней мере, да, карты так проявляться. Может так проигрываться, кто-то играет детско-родительские такие отношения, кто-то заботливый, а кто-то ребенок вообще некомпетентный или неквалифицированный. Но как это только начало, да, вот эта квалификация унянчиванием, она и развивается. Для работы карта хорошая, для начала отношений хорошая, но дает свои определенные советы. Двойка жезлов. Давайте посмотрим, что мы на ней видим. Мы видим такой человек тут, да, на жука, он как будто бы похож, и вместо того, чтобы быть жуком и какими-то своими зубами, да, выковыривать и ковыряться в земле, он какие-то щипцы придумал. Такой нестандартный подход к решению проблем у этого аркана. Он вроде как копается, ковыряется в земле, и это хорошо, потому что он результаты, плоды уже какие-то собирает. Но для того, чтобы собрать, он прибегает к каким-то экстравагантным выборам вместо обычной лопаты. Карта хорошая в том плане, что может подсказывать для работы тот момент, что надо искать нестандартные пути для решения проблем. А проблемы по этой карте есть, потому что тут мы видим двоякое лицо, половина черное-белое, значит, есть у человека комплексы и свои какие-то травмы, детские страдания. Тут мы видим еще тот момент, что он выкапывает головки там, лука, чеснока, а это уже голова. И копание в голове, выкапывание голов, это может указывать на самокопание, на самоковыряние. Или человек о чем-то задумался и ковыряется где-то там копать. Не обязательно, да, не всегда в земле, хотя указывает на сезонность работ, на какую-то пахоту. Ну, может также указывать на какой-то кропотливый ручной труд, всяких там часов, мелких механизмов, ну, каких-то вот моментов. Может быть, даже и механистичный, с заводом он тоже может быть связан, потому что тут, если нужно, да, где-то поковыряться, покопаться, косвенно может указывать на психоаналитиков, если рядом какие-то лунные карты сильны, там луна сама, все, что указывает на работу с психоанализом, эта карта, да, может подтверждать, говорит, да, тут психолог такой, который может вытаскивать там из вас щипцами, вытягивать, он умеет это делать, умеет погружаться в самоанализ. Для пары, для отношений не очень хорошо, не очень хороший аркан, потому что он может проигрываться следующим образом. Кто-то один не парится, а у кого-то, у партнера, партнерши может быть загон, заскок из-за его детских травм и из-за комплексов. И начинается его рефлексия по поводу того, что он там ей сказал, она ему сказала. Может быть, мужчина не рефлексирует, она ковыряется. Или, например, мужчина зануда, мозгокоп, через букву «ё» начинает выковыривать, ковыряться, там анализирует, не разговаривает. Потому что вот рот, видите, ну, такой щипцы, рот в землю погружен. Как в рот набил, да, земли сказать нормально не может. Разобщенность может показывать, да, по этой карте. Не могут договориться люди в отношениях. Не могут понять, ну, травмы друг друга, не могут слышать. Как бы эти травмы, они за счет партнера и партнерши изживаются, да, они должны быть прожиты. Именно поэтому карма приводит тех людей, с которыми надо этот комплекс отыграть.
Партнер, если этого не понимает, то он будет играть в эту игру. Отживание, отжигание, проживание этой кармы, чтобы у человека комплексов не было. Вот такая его будет задача, если он не обратит внимания на эти моменты. Еще надо смотреть, у кого эти комплексы, чьи они. Потому что еще довольно часто по этой карте комплементарные комплексы. У одного такие, другие такие. И они взаимодополняют друг друга. Вот они так подобрались. Могут быть и зануды. Могут вот в девиации проявлять комплекс недопонимания и детских травм, потому что вот эти вот щипцы, они там травмируют, да, глубоко залезают. В работе можно использовать это как плюс, чтобы карта хорошо там проигрывалась, искать новые пути решения, да, какие-то необычные, нестандартные. Ковыряться, докапываться до сути. Может карта дать совет заземляться, может быть, покопаться в земле. Кого-то это переключает, кому-то дает энергию. Кто-то любит рисовать, кто-то любит танцевать, а кто-то вот в огороде с землей покопался, в горшочке с цветком покопался, полил, и ему хватило восполнить энергию, перезагрузиться. Он пока копал, как раз вот мысли свои проговаривал, и как бы они вниз в землю ушли. Таким образом человек тоже заземлился. Тоже может карта указывать момент такой. Ну, естественно, это двойка жезлов. Она сама по себе двойка, двоякость. И человек тут двоякий. Есть хорошие стороны в отношениях, есть плохие. Ну да, не все так плохо, но и не все так просто. Тройка жезлов. Давайте посмотрим на карту, что мы видим. Мы видим через пуповину мать, питающую свои ростки. Это могут быть такие ее дети, детище, ее проекты. Они луной питаются, да, и это энергия луны. Ее сомнения мы видим, она характерно показывает сомнения по поводу будущей судьбы. Они как вот дети, не распустившиеся бутоны, какая ждет судьба, распустится они, не распустятся, встанут на ноги или нет. И на затылке видим у матери этой такой костюм чудовища и оберег из янтаря. Он всегда обещает благоприятные роды и защиту, как мы уже выше об этом говорили. По поводу карты, как она проигрывается, в моих раскладах она может проигрываться следующим образом. Бывали такие случаи, что указывает на мать, на фанатичную женщину, на мужчину, который отстаивает свои проекты, на человека, который чувствует, видит спиной, задом, даже если он отвернется, он чувствует, что что-то там сзади происходит, может отыгрываться как человек, который агрессирует, но он за агрессией прячет свои страхи и страдания. Но это в девиации, но довольно часто это же неосознанное вот этого внешнего. Иногда показывает на то, что человек красиво может выглядеть, а внутри у него тоже страдания. Человек живет ради детей, то ради чего, или ради своих проектов, ради работ, ради своих идей, потому что тут прослеживается лейтмотивом такая фанатичность у человека. Могут быть сомнения, страдания по этой карте. Для отношений карта, ну, в среднем хорошим, в среднем. Люди могут встречаться, общаться, но друг другу до конца не доверять. Как бы вот эта маска агрессивная, она все равно подсказывает, что мы боимся, да, если что, вот какой-то агрессии, какого-то сопротивления, каких-то проблем, мы не готовы работать с этой агрессией, не подойти, да, на кривой козе не подъехать. То есть может указывать, да, на отношения, но на такие благоприятные отношения взращиваются, растятся, мы как бы вот на них дуем и смотрим только с хорошей точки зрения, а плохую сторону-то как бы не видим, так она еще впереди, поэтому и боимся, поэтому как бы вот не соединяет, да, до конца людей. Карта дает совет, ну, работайте с этим тоже, с внутренними нашими темными сторонами. Для работы карта хорошая. Начинается рост. Наконец-то плоды какие-то скоро будут. Да, мы в них вкладываем, мы ожидаем, что они будут. Ну, может быть, немножечко фанатично перегибаем палку, но в основном по этому аркану. Иногда ради дела. Многие там просто закрывают глаза на то, что ради дела, пусть будет этот фанатизм. Надо смотреть, какие рядом арканы, вот, потому что это фанатичное взращивание, да, если что, я голову откушу вам за мое детище. Ну или у фанатичной мамы за своего ребенка она голову откусит к такой и не подойти. Если у женщины нет отношений, она спрашивает, будут ли, то карта указывает, что ну нет, тут надо поменять кое-что. Ну и для мужчины тоже, да, что женщина агрессии испугается, ей нужно, чтобы он заботился о детях. А он заботу не проявляет. Изображает из себя хорошего, а может на самом деле быть таким вот скрытым агрессором. В девиации скрытая агрессия такая может быть. Он может молчать, не ругаться, но стиснув зубы из ушей и из носа. Пар может валить, дым такой, да, что вот так вот. Такого, да, ну, терпения может не хватить. Хотя пока на этом этапе все неосознанные
моменты не вскрытые, не вскопанные, бутоны не распустились, и о них еще люди, может быть, не знают, но предполагают, что они есть, предчувствия есть, и могут их опасаться. Так, следующий аркан, четверка жезлов, что мы видим на карте? Здесь благоприятный союз. Мы видим там на заднем плане такой домик интересный, который люди выстроили. Он такой стабильный, это их уютное гнездышко, которое они свили, и плющ этому содействует. Он их обвенчал, так сказать. Они в любом случае готовы идти в партнерство, жить вместе. Карта может указывать на сожительство или на официальный брак. В любом случае, в сегодняшних современных реалиях, даже если есть сожительство в течение года, можно уже считать, что человек вошел в судьбу на год, и это сожительство как бы было таким, да, гражданским браком. Карта может на это указывать. Тут происходит интеграция. Плющ, он и так символ любви какой-то, да, силы он их обвенчал, руки у них плющом перевитые, не договорились, они прямо взаимоинтегрируются. Если вот по тройке жезлов они так еще притирались друг к другу, по четверке жезлов они уже знают какую-то подноготную и уже так вот сплелись. Не всегда приятно в девиации эта карта, то, что они так интегрировались и взаимообменялись, что один без другого не может принять решение. Иногда это плохо, потому что кто-то говорит, мне с женой надо поговорить. А иногда это хорошо. Надо смотреть все эти условия, которые рядом. Да, если надо принять экстренно какое-то решение, прям вот жизнь и смерть. Или кто-то один, ну так теряется, да. Привыкли они быть в паре и слишком притерлись. Но это в девиации может появляться. Если смотреть на все остальное, на работу, работа стабильная, она вот как работа, как второй дом, человек туда ходит с удовольствием, там проживает, да, такие, может быть, дома казенные, но уютные, что называется, и тут можно работать, да. Как бы вот говорят, что сначала первая учительница, вторая мама, и школа, второй дом. То есть какие-то такие места, где человеку уютно. Не всегда это могут быть, конечно, школы или казённые дома, но места уютные, там, семейные, может быть, там, семейный бизнес, предприятие такое небольшое, а что-то небольшое. Но работа в любом случае, или стабильная работа. Работа в любом случае стабильна. В плане отношений, что тут еще хорошо? Люди живут, люди в гармонии, понимают подноготную друг друга. В целом гармоничная карта и стабильная. Период может быть, кому-то показаться застойным, но с другой стороны, люди хотят иногда стабильности. Особенно после каких-то невзгод, встрясок и преград, хочется спокойно провести время дома. Иногда показывает на то, что если человек один, то все то партнерство, которое у него есть, он будет вот дома проводить, да? Может быть, ни с кем не общаться. Вся его интеграция с самим собой есть. Редко такое показывает, когда рядом одиночество. Мозгокопание, неоправданные риски, проблемы. Редко может указывать на то, что человек из своего гнезда не выйдет, не вылетит никуда. И как бы вот человек хочет познакомиться, а если рядом нету арканов, указывающих на отношения, на новую встречу, нету никакого короля или рыцаря на пороге, в конце концов, на худой момент пажа, и рядом такие арканы, Без лица, да, безликие, нету личности какой-то рядом. Аркан может указывать на то, что, ну, человек тут один дома сидит, ни с кем знакомиться не будет. Или он уже познакомился, и его вот эта вот стабильность, которая есть, она устраивает. Ничего нового, так сказать, и не жди. Ну, и в работе стабильность тоже ничего нового не жди. В основном работа, да, отношения, запросы дают. Запрашивают клиенты, два таких столпа у Таро. Запрашивают эти вопросы и про беременность запрашивают в основном, да, такой, на третьем месте этот вопрос. Про недвижимость, когда запрашивают, да, на недвижимость, можно сказать, что дом будет свой у вас. Тот, кто запрашивает на недвижимость у нас указывает башню и четверка жезлов, потому что она говорит о том, что да, вот, стройте свой дом, вот он будет, вот у вас интеграция. Или вы купите, или вы ипотеку возьмете, потому что все равно процессы того, что обвенчались, и вы без ипотеки, без кредита, особенно если рядом повешены, не обойдетесь, то вот вы должны будете все равно дом достроить, или вы должны этот дом построить. Мы переходим к пятерке жезлов. Очень конфликтная карта. Мы видим здесь конфликт как и мужчины с другим мужчиной, так и сверху видим еще пару мужчин с женщиной.
тут озверевшая женщина из-за недопонимания мужчины, из-за его мозгокопательства, из-за ковыряния, там у него такой инструмент, крючок. Он готов этим крючком душу вынуть, причем вот его выемка на голове показывает какую-то психологическую ущербность. Война полов, война интересов, сексизм, шовинизм, непринятие гендерных ролей. По этой карте в основном проигрывается такая карта тяжелая, стычек и скандалов. Здесь вот первобытный общинный строй борется, да, и побеждает, у кого пал, кто-то сильнее. На первом плане мужчина щерится с такими татуировками, полоски тигра, агрессия. Кто там сильнее, тот и прав, ну, с физической расправой. Шовинизм, да, могут быть войны с физической расправой. Если рядом башня, то да, то это прям война, физически покалечить может башня, да еще вот указывает на то, что где-то пробоина есть в человеке по ущербности верхнего героя в положении. Неблагоприятная карта. Ни для отношений, ни для работы. Стычки, скандалы, работа в серпентариуме, в террариуме, где угодно. Такой, да, в кавычках, в террариуме. Змеиный коллектив, может быть, не всегда показывает, да, какую-то работу. Работа может быть еще связана с опасностями. Или опасность поджидает. Уже люди забыли, из-за чего они дерутся. Кто-то замер, кто-то ждет продолжения. Готовы до конца отстаивать. Не на жизнь, а на смерть. С одной стороны, карта, конечно, дает надежду, что все благополучно решится. Там цветок такой, не распустившийся бутон, который дает надежду, что ну, родится что-то светлое на этой карте, что можно эту энергию трансформировать и пустить вот в благоприятное русло, суметь договориться. В этой карте обычно люди не умеют договариваться из-за сексизма, шовинизма и других своих комплексов, которые вливают на другого человека. А желание, чтобы партнер, партнерша жили, как было установлено, по каким-то установкам, традициям неадекватным в прошлом. Живи вот так, а не иначе. То есть такой психопат агрессивный, да, может говорить, ты вот так живешь или никак, друзей не будет у тебя. То есть такое прям явное физическое давление. Если рядом аркан силы, то да, физическое насилие над человеком, над психикой. Точно, опять же, ущербность нам об этом говорит, о том, что комплексы уже раскалились и разгорелись. Это вот такой пик неадекватности, самый тяжелый большой кризис. Если здесь люди не договорятся, рядом опять-таки башня, будет разрыв отношений в раскладе. Если люди пережили этот кризис, и рядом хорошие карты пошли после этих скандалов, и есть возобновление отношений, то все будет хорошо. Если карты после пятерки жезлов пошли нейтральные, то люди просто дальше будут жить своей жизнью, конфликт и не решится, но и вместе они не будут, и как бы вот могут идти каждой своей дорогой. Иногда после скандалов и отношений официально нет развода, не разводятся, суда не стоит. После скандалов живут как соседи. Но скандалы, если есть, то они будут вот так выглядеть. Они уже психованные, неадекватные. Вообще, когда люди ругаются, разве они в адекватном положении находятся? Нет, когда они... Ну, все уже. Никто никогда, когда он уже распалился, ругается, не находится в состоянии договориться. Нет. Или один другого не слышит уже. Озверевшая женщина, которая понимает, что ее не слышит. Мужчина, который изнеможден, но готов ковыряться все равно. Готов ковырять, правоту свою доказывать. Карта вообще неблагоприятная во всех смыслах этого слова. На работе могут вызывать на ковер, вычитывать, отчитывать, унижать. Сильные унижения идут по этой карте. Могут даже наказать финансово на работе. Особенно если рядом пентакли и убыточные такие пентакли. Наказание идет за провинность, за косяк по работе, по финансам. Шестерка жезлов. Что мы видим на этом аркане? Будем отталкиваться от этого. Тут мы видим рождение эльфа. Он такой, да, как верховный жрец с одной стороны, но с другой стороны он по уровню, по иерархии вроде как ниже всех остальных. Но вот, тем не менее, к какому-то жрецу местного порядка надо приходить. Ему воздают почести, держат жезлы в честь его, скажем так, пробуждения из цветка, где мы видим, открываются, да, какие-то возможности, как ворота, благодаря рождению этого эльфа. Он своим рождением дарит это благословение. У него, как у божества, несколько рук. Одной рукой он просит дары, другой дает, третий благословляет. Вообще карта мощная в плане благословления на путь, на реализацию задуманного, на успех. Но мы видим, половина лица такая красная. Есть опасность,
внутреннего эго и тщеславия. Мы говорили о том, что у Таро девиантной луны половина лиц может быть белая, половина черная, противоречивость дает. То есть в каждой бочке меда может быть какая-нибудь ложка дегтя. С одной стороны, противоречивые лица, они понятны. Тут есть черное, тут белое, кто-то вообще белый беззащитен, кто-то вообще темный. Но тут вот красная половина лица говорит о темных, скрытых, тщеславных моментах, о девиации, да, той ложки дегтя, которая может присутствовать, что в отношениях, что в работе. Отношения по этой карте хорошие. Тут может быть и полет любви по крыльям, эльфы мы это видим. Как цветочно-конфетно-букетный период может проявляться отношения, в отношениях в раскладе этот аркан. Потому что тут и дают, и благословляют. Успех приносит такой аркан. То есть вот люди, если запрашивают у вас в раскладе, будет ли успех, добьемся мы успеха. Да. Отношения будут ли успешными? Эта карта скажет «да». Особенно если она в раскладе на какой-то запрос идет конкретный, или она в триплете, или она вот ложится на какой-то финал, да, на финальную сторону. В раскладе она очень хорошо проигрывается, поддерживает все остальные хорошие арканы. И вообще все высшие арканы, они если хорошие, они, так скажем, нивелируют влияние более слабых, злых. Вот после конфликта, после пятерки жезлов, после того, как все подрались, тут идет как бы восстановление, возобновление, все идут к жрецу. Вообще в семье, в паре, чтобы решать какой-то конфликт, сейчас у нас есть семейные психологи, а вообще раньше шли к какому-то духовному наставнику. Семья должна была развиваться вместе с этим наставником. Наставник, зная все коллизии, объяснял, что делать женщине, что мужчине. Ну, в хорошем смысле этого слова. Без религиозных перегибов, но когда были праведные времена, это действительно работало. Тут ты, мужчина, будь вежлив с женщиной, ты тут не прав. А тут ты, женщина, не права, потому что ты тут обозлилась. А она будет говорить, я обозлилась, потому что он был неправ. И как бы вот мы видим здесь эльфа, такого в некотором роде духовного лидера, который разруливает эти моменты. Так как карта такого лидерства может показывать иерархичность, что в отношениях, что в работе. В чем проявляется иерархичность в отношениях? Кто-то один выше другого на порядок, кто-то больше денег зарабатывает и, может быть, чувствует себя слишком самоуверенно. Может вести себя так, ну, в плане девиации, да, мою любовь надо заслужить, или сексуальное влечение надо заслужить, постель надо заслужить, да, я вот там такой красавчик. Или женщина может так себя вести, да. Ну, я посмотрю, как ты в меня вложился, насколько ты меня достоин. Вот в некотором роде игра такая, да, ну, давай, заслужи, ты тут ниже уровнем. Ну, и в работе иерархия. Есть какая-то последовательность. Есть, с одной стороны, успех в этой иерархии. Благодаря этой иерархии и успех, собственно говоря, по ступенькам человек куда-то идет, развивается. Но вот иерархия, она в этом присутствует. Какая-то систематизированность. Так как иерархичная система, она может показывать на такую работу, да, на лидерство в каком-то рынке, на какую-то систему, структуру, фирму, которая, ну, такая... Может быть, она и высокого качества, но не ниже среднего, да, и, ну, как минимум, даже если средний бизнес, для среднего бизнеса это успешная карта, может показывать, да, такую фирму высокую, высокого полета. То, что тут лидерство, все подчиняются. В плане девиации, как может проигрываться, в чем собака зарылась, так сказать. Есть особенность в иерархии, что кто-то один всеми остальными пользуется. Вот принесли этому верховному эльфу дары, и он пользуется этими дарами, и получается, что как бы он пользуется и может идти по головам. Голов-то мы как раз не видим, видим только руки. Все руки для подношения вот этому эльфьему аркану, семерка жезлов. А здесь мы видим человечка лунного королевства, который бежит куда-то, вот он бежит. Мы на этой карте можем ощутить страх, его запугали. Уже темно, возможно, он не видит, куда бежит, иначе бы не выставлял этот человечек руки вперед. В раскладе проигрывается, надо смотреть, куда бежит и от чего бежит. Потому что в основном это карта такого побега. Человек не знает, как решать проблемы. Что на работе, что в отношениях. Знал бы, не бежал бы, но не знает. И ввиду того, что есть напуганность, есть какая-то безвыходность, хочется скрыться, убежать, потому что здесь не ценили, не любили. Это вот такой план побега, потому что, ну, пока другого выхода нет.
Кажется, по этому аркану, что ситуация безвыходна, на самом деле это не так. Куда-то человечек прибежит, рассвет наступит, что-то он увидит, утро вечера мудренее, как говорится. А ночью темные мысли к нам приходят, когда мы что-то переживаем. А утром просыпаемся, и белый свет, он темные мысли разгоняет. Довольно часто показывают человека, которого напугали, надавили, выдавили или выдавливают его. И вроде как напрямую, но не напрямую, но вынуждают его или куда-то двигаться, или свали отсюда, давай, да? Не можешь, мы сильнее, ты не можешь решать проблему, давай, мы сильнее, давай, давай, и наступают на пятки. Бывает такое, что проигрывалось у меня, как развод, и мужчина выдавливает женщину. И она пока не знает, что решить, пока избегает, пока убегает от проблем. В паре люди не могут решить вопросы, не могут решить эти проблемы. Может быть, даже там каждый избегает. Один убежал в другую сторону, пусть оно там как-то само решится. Другой в другую сторону убежал или отвернулся. И оно мало того, что не решается, так еще тут такая, да, эскалация конфликта. Как бы каждый погружается в свое состояние и уходит от реальности. Тут даже вот такой побег идет. Уход от реальности. Для работы карта тоже такая нехорошая, да. Могут начальники скидывать на сотрудников свои ответственности куда-то убегать. Типа, вот я не я, вот мы сбежали. Могут сами работники, да, если вы смотрите на работника, он просто сотрудник фирмы, подчиненный, он может так вот, да, не брать ответственность, убегать. Или слишком много на него завалили, вот этого всего взвалили, и говорят, вези, он не выдержал, он начал убегать. Потому что если бы он знал, как все это решить, вывести, он бы не убегал. Если, например, особенно был человек ответственный, тут рядом пошла депрессия, тут вот на него, как на коня, да, все взвалили, как в аркане, с симбиозом мы смотрели. Если там будет такая же история, то да, не выдержал, человек не выдержал. Да, убежал. Почему? Потому что не мог решить. Решит ли он вопрос? Можно решить. Надо смотреть на время тут уже, когда человек готов будет решить. Женщина спрашивает про мужчину, про партнера. Если это он выходит, то надо смотреть, когда он решит. То он будет в повешенном и ничего не решится. Или на женщину, да, когда это решится, когда этот вопрос, когда ты куда-то прибежишь. Иногда карта показывает на переезды. Иногда карта показывает, что человека ко дну прижали, выдавили, но это дает ему толчок, потому что он куда-то начинает бежать. Двойственность лица нам тоже может дать подсказку. С одной стороны, человек говорит, что надо вот решать, да, а неосознанность говорит, давай сбежим. И в результате соединения тоже такого симбиоза темного и светлого человек имитирует какую-то деятельность, куда-то бежит и заодно что-то делает, что-то пытается делать. Это такие попытки решить проблемы. Но подсознание, конечно, его начинает вот так вот бояться, потому что есть страх, есть запуганность. Иначе просто так бы человек не побежал. Запуганность, что не справится, с отношениями не справляется. Запуганность на работе, да, вот, ну, как бы или давление такое моральное, или прям вот взвалили действительно много, или много навалилось на человека. Работа, да, может так подействовать, повлиять. Такое предстрессовое состояние, но его можно нивелировать, обойти, спастись, это как бы вот еще не конец. Можно куда-то прибежать, все-таки все не так плохо, не все потеряно, человек куда-то прибежит. Да, из отношений может быть побег, если рядом плохие карты, все, из отношений сбежали. Сами добровольно, кто-то достал там своим насилием. С работы тоже может быть побег, что все, если рядом такие карты, как смерть и башня, все, побег с работы, который вот решается только так. Если рядом хорошие карты, мы смотрим, к чему человечек прибежал. Есть ли решение для этого побега? Потому что если рядом хорошие карты, это запуганность, да, страхи развеются. Если рядом солнце или другие благоприятные арканы, или человек прибежал к сильной личности, то все, в принципе, решится. Даже просто поддержка, разговор с сильной личностью помогает человеку все это решить. Восьмерка жезлов. Что мы видим на аркане? Давайте посмотрим. Женщина пытается скосить жезлы. Она, во-первых, неправильно держит косу. И она посадила, да, вот эти вот, скажем так, ростки, и у нее не получилось там их вырастить, и что-то ее взбесило. Поэтому она их пытается срубить, но неправильно. Каждому делу нужен какой-то подход, а вот она неправильно, не изучив суть, ну, дела, как все правильно делать, торопится. Еще признак торопливости тут показывается по ворону, который вести несет. Он говорит, что вести важнее, чем то, чем ты занимаешься сейчас. И подсказывает, как бы, обернись, вот это брось. Оно еще может дать хорошую рощу. И к тому же ты можешь себе навредить, если косу неправильно держать.
Поэтому по этой карте есть определенные советы, определенные отношения. Человек импульсивный, не разобравшись, может лезть куда-то. В отношениях такие импульсы раздражительные бесят. Не дождавшись результата, человек может рубить плеча. Нетерпелив. Не уделяет должного времени сексуальным отношениям, обычным отношениям, душевным. Вспыльчивость вредит. Не изучает что-либо, не развивается. Может быть, груб. Может быть, состояние аффекта такое, да? Не то чтобы он паникует, но агрессирует. Из-за внутренних страхов, из-за паники, как биполярное расстройство такое может проявляться. Для отношений не очень благоприятная карта. Она, знаете, больше советует. Не торопитесь, ситуацию изучите. К тому же ворон, он такой предвестник Сатурна, он несет... Ворон, предвестник Сатурна, он несет очень серьезные новости, которые надо обязательно изучить и сделать все по инструкции. Иначе будет сделано неправильно, и вы поплатитесь. Карта также может указывать на то, что будет письмо, будет сообщение. Не торопитесь, ждите. Будет ли письмо? Будет. Что надо делать? Изучать документы какие-то. Изучать суть дела. Погружаться в изучение формализованной ситуации или смотреть с формальной точки зрения. На отношения, на то, как человек проявляется. На работу также. В работе тоже формализация должна быть. Иначе там проект открыли, какой-то стартап, да, там, или работу, и тут трах-бах, рубим с плеча, потому что бесит, что ничего не зарабатывается. Кого-то, да, там, от начальников. Нет, еще мало знаете, еще изучайте. Ну вот, бизнес может брать за уроки деньгами таким образом. Стрижка только начата, только, скажем так, выросли, да, не только выросли первые плоды. Ждите, пока они разрастутся. Не рубите с плеча и смотрите с формальной точки зрения. Поэтому для отношений будьте аккуратны, да, не рубите с плеча. В отношениях не агрессируйте. Больше советная карта. Хотя, да, может указывать на то, что в сексе есть какая-то агрессия. И в плане отношений в работе с коллективом. Агрессирующее состояние, начальник может кричать всех уволю или выпускает какие-то формализованные неадекватные приказы в организации, потому что психанул. Карта такая, да, которая указывает на человека, который сам себе вредит. Потому что тут женщина, если она косу неправильно держит, она может себе там ноги-то подкосить. Вот они, эти люди сами себе делают плохо. Они как бы вымещают злость в других людях. Из-за этого другие люди страдают. И ему обратно зеркалят, возвращают и плохое делают. Как бы он сам себе плохо делает, человек такой злостный какой-то, агрессор. Поэтому карта, можно сказать, что она практически вся показывает какую-то девиацию, неадекватное поведение. Раз, и человек выместил на других людях свою злость. Даже на предметах. Психанул просто. Бывает, что это какие-то отдельные всплески. Ну, это может быть, конечно, у каждого прям все уже достало, раздражает, и кому-то прям хочется тарелку об стену разбить. Да, кто-то вот прям чувствует такой запрос, порыв, чтобы что-то вот такое перещелкнуло, чтобы отпустило человека. Конечно, такие люди, они как бы разряжаются на близких, потому что на других, да, они могут, ну, могут вот на самых близких и родных таким образом повлиять. Девятка жезлов. Что мы видим на этой карте? Вообще у Патрика Валенса, конечно, написано, что это девушка, которая сбежала с бала. Она нашла какой-то склеп и там спряталась ото всех. То есть, понимаете, человек не просто так, из-за какой-то травмы, может быть, там его чем-то побочно обидели, или он так обиделся сам, там, сбежал с вечеринки. Чувствуется невинность, да, вот в отношении этого персонажа. Такие детские маленькие ножки, да, такая невинность, да, бритая на лысо. Обнуление какое-то показывает. Человек в склепе скрылся, сидит, грустит. Вроде мы видим, проглядывается человеческое лицо, но сверху маска такая агрессии, да. Человек, может быть, свои истинные чувства за цинизмом прячет. Обычно в раскладах проигрывается, как вроде как чувства есть, но человек стебется их. Он стебется над чувствами, обесценивает, смеется за своими комплексами, вот так вот их выкручивает, выворачивает, делает их агрессивными, и поэтому вот так выпячивает свои комплексы, как бы выворачивает их наизнанку, и мы видим эту агрессию, хотя внутри там человек. Но почему он так делает? Мы видим человека раненого. Эта карта относится к одной из тех карт, которые Патрик Валенс описывает: где-то есть умри, где-то замри, жди. Вот эта карта «Замри».
Если клиент у вас спрашивает, что там с человеком плохо, депрессия, стресс, как его поддержать? Рядом факел. Вы можете как теплый факел, согревающий его, поддерживать и рядом быть. Если на отношения смотреть, ну, отношений нет по этой карте, или проблемы в отношении, свои детские травмы, может быть, человек проигрывает, или свои страхи, или свои комплексы. Поэтому он с вечеринки ушел. Поэтому он огрызается на всех за этой агрессией, он прячет свою слабость. Отношения не очень хорошо по этой карте. Пока люди травмы свои не проиграют, дальше не пойдут. Если рядом хорошие арканы, можно говорить о том, что этот кризис можно прожить. Можно помочь, можно поддержать. То, что человек в себе спрятался, закопался, аркан похож на отшельника. Ему надо побыть в уединенности, куда-то уйти, уехать на свой остров, в углубь себя уйти или закрыться у себя дома. Из дома сделать склеп. Темные мысли у человека по этой карте. Агрессивные. Окружающие все во всем виноваты. Он думает о своем, о вечном. Это человек такой интроверт. Он занимается самокопанием. Он погружен не только в себя, в свои мысли. Он как бы и не обращен к тем людям, которые извне всегда другие как бы до него докапываются. Да, ну что, как там у тебя, как у тебя дела? И он молчит. Может быть, молчаливым. Никогда не поймете, что у него там внутри. Он не говорит, да, он не может не говорить о своих страданиях, такие нигилистические настроенности, внутреннее состояние отрицания, что это все надо разрушить, мир не тот, несправедлив, он не так, не такой. Подсказка того, что человек закапывается. Выше его похвала будет, что-то вроде, ну, ладно, нормально, это было неплохо. Обычно люди такие, мало того, что молчаливые, могут выглядеть плохо. Что-то черное в их ауре такое присутствует. Молчаливость какая-то. Это вроде как незабитость, но они такие сами себе на уме. И делают плохо другим людям, этим состоянием, тем близким, родным, которые могут быть рядом. Для работы. Сотруднику трудно работать. Как только его критикуют, он сразу в себе сомневается. Может застопорить всю работу. Надо такого человека поддерживать. Может указывать на какие-то теневые схемы. Если вопрос у клиента на да, на нет, да, стоит ли туда вкладываться, стоит ли этот человек того, то карта скажет нет. Если запрос на работу, то могут сказать, ну вот такое состояние, да, вам честно, и не скажут, там люди огрызаются, все неправильно, нехорошо. Может быть, конечно, работают люди, но вот они в таком огрызающемся состоянии находятся. Поэтому карта, она советует, ну, говорит, нет. Если другой человек рядом показывается адекватный и спрашивает, стоит ли связывать жизнь с этим человеком, стоит ли там вкладывать деньги туда-то, то скорее аркан скажет. Итак, переходим к последнему аркану, десятка жезлов. Что мы видим? Мы видим здесь тролля на карте, который несет много-много палок, веток, да, это же жезл у нас. И он такой, да, грубый. Тролли, на самом деле, когда-то были людьми, но они, оторвавшись от духовности, зачерствели, загрубели, стали агрессивными, ну, скажем так, озверели. Озверевшее состояние, решение вопроса будет через силы. По отношениям карта не очень хорошая, потому что показывает, что как бы отношения могут решаться через грубость. Или грубость в отношениях. Секс неблагоприятный, он грубый. Кто-то на себя слишком много взвалил в отношениях, а если рядом другой аркан находится в нежности, в расслаблении, то значит другой вообще палец о палец не стукает. Или из-за грубости другой спрятался. Или в отшельнике, или замер, да, ждет каких-то решений. Вообще такие грубые решения происходят из-за чего? В чем соль этого аркана, в чем фишка? Дело в том, что тролль в свое время не позаботился о санях, да, готовь сани летом, телегу зимой. Он заблаговременно не решал какие-то вопросы. С друзьями не договорился. Вот тут он один тащит. Все на себе. Никого на помощь не позвал. Такой, да, горделивый, самодостаточный. Изображает, по крайней мере, себя такого. И проблемы, которые у него есть сейчас, что он один трудится, пытается быть один в поле воин. Только из-за того, что он из-за своей грубости не сумел договориться. Из-за того, что он заработал себе такую репутацию, никто не согласился с ним работать, никто не согласился помогать, сани ему не дали. И он делает все несвоевременно, неблаговременные поступки, не тогда, когда надо.
делает, но уже не актуально, да, то, что он делает. Иногда показывает на то, что человек до последнего ждет, а потом в последнюю ночь садится, да, и делает все дедлайны, выполняет их усилием воли, надрывается, да, но делает вместо того, чтобы последовательно делать там что-то по чуть-чуть, понемногу, с кем-то советоваться, да, в учебе, в работе. Он в последний миг берет и рвет попу на британский флаг таким образом, но себя надрывает. И, естественно, это тяжелый труд. Или это вообще физически тяжелый труд показывает. Говорят, что труд из обезьяны сделал человека. Нет. Тут отрыв от духовности. В прямом и переносном смысле этого слова человек превратился в тролля, и труд сделал из него грубое и жестокое, озверевшее существо. Мы видим иногда в людях эти стратегии, да, и вот он до последнего тянет, ну ты что, обалдел, да, или как? Там начальник думает. Или человек вместо того, чтобы пораскинуть мозгами и покумекать по старинке старыми устаревшими способами, тащит все на себе. Когда появилась машина, он до сих пор на лошади, да, там пашет, какими-то такими мерками меряет, ну, скажем так, древними, да. Вот он идет из леса, этот лес тащит. То есть грубость ума тут проявляется. Нету современности, заскорузлость, консерватизм. Может по этой карте быть. Отношения неблагоприятные по этой карте. И карта тоже советная. Не взваливайте все на себя, иначе хуже будет, иначе вы себя погубите. Ищите вопрос по-другому, не решайте грубой силой. Давайте более мягко, деликатно, дипломатично, может быть. Может быть, да, более изворотливо. Грубый человек не станет изворотливым, но совет сдвинуться в дипломатичность в какую-то. По этому аркану. Для работы тоже такие застои, да, что человек все слишком много на себя взвалил. Кстати говоря, по этому аркану могут накинуть на человека по работе это все, что он, ну, становится злым и грубым. Надо смотреть, в каком положении находится работник. Иногда показывает, что человек слишком много на себя берет, слишком много думает о том, какой он. Иногда карта показывает, что человек не может делегировать какие-то полномочия, которые на него взваливают. Тоже такой грубости из-за самости. Такой я сам, все сам, я смогу, я буду изображать один в поле воин, а потом с каким-нибудь инфарктом куда-нибудь рухнет. Так как такая грубая сила, и она без ума сделана, да, ум не вкладывается, ни разу никто не подумал, как работать эффективней. Все по старинке копают. Вместо того, чтобы технику пригнать, без ума, да, что-то делается без осмысленности, без осознанности, без интеллекта. Такая, да, карта с отсутствием интеллекта. В отношениях кто-то вот может быть такой неотесанный, а кто-то такой, да, культурный. Надо смотреть, кто рядом. Может быть, рядом звезда, и они там друг другу не подходят. Также может указывать на степень усталости. Не будут продуктивные действия у этого человека, когда он за все берется и сразу. Это все подавляет. Продуктивности не будет. Работа не будет выполнена. Иногда карта может указывать на мужчину, который только и делает, что пашет для семьи. Но так как он это делает без ума, да, там по старинке, работает на заводе и начинает упираться, говорить, да я обеспечиваю семью, я только делаю, что на заводе работаю. Ну, к примеру, может быть, не на заводе, в фирме. И он изображает, говорит, что ну я тут работаю. Он просто не прикладывает ум, чтобы больше зарабатывать. Чтобы выучиться, да, чему-то. Его устраивает на заводе, там тащить много и надрываться. Такой патриархальный стиль семьи. Вот Эфеска на этом тролле отсылает нас к патриархальному виду семьи. Что он такой, да, всех обеспечивает мужчину, но не думает, что есть образование, есть развитие, что надо как-то по-другому зарабатывать, как-то по-другому семью обеспечивать. Итак, мы рассмотрели жезлы. Если вам понравилось это видео, ставь лайк, подписывайся. Не забудь поставить колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. А я жду вас на личных раскладах и консультациях.